Вакцину «Спутник Лайт» ждали многие ульяновцы. Препарат однокомпонентный, хватит одного укола. Вакцина «Младший брат» «Спутника Ви» – его первый компонент. Препарат подходит для повторной вакцинации. Период выработки антител у нее короче, чем у «Спутника Ви». Иммунитет начинает формироваться к концу первой недели и нарастает к концу четвертой недели. Ревакцинация показана тем, кто переболел коронавирусом или привился от него более 6 месяцев назад. 600 доз новой вакцины поступило во вторую поликлинику Центральной медсанчасти. Среди первых, кто испробовал препарат на себе, оказалась врач-пульмонолог Марина Лукьяненко. В прошлый раз я сделала вакцинацию препаратом «Спутник Ви». По моим личным ощущениям, никакой разницы я не ощущаю. В прошлый раз особых побочных эффектов не было. За истекшие 6 месяцев я не заразилась, не заболела. Поэтому я рекомендую привиться всем и моим пациентам, и здоровым, естественным людям. Противопоказания вакцины те же, что и у «Спутника». Это тяжелые аллергические заболевания, гиперчувствительность к компонентам препарата. При острых заболеваниях или обострении хронических необходимо дождаться выздоровления или ремиссии. Всего в Ульяновскую область завезли 5216 доз вакцины. Все они распределены по поликлиникам и пунктам вакцинации. Записаться можно на портале госуслуг в регистратуре поликлиники или по номеру 122. Кстати, от второй поликлиники открылся новый пункт вакцинации в бизнес-центре около автозавода по адресу Московское шоссе 92. Анна Тищенко, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.